Калмыкию поступило 63 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Препарат эффективен при повторной вакцинации и для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Однако может применяться и для первичной вакцинации. Спасибо Минздраву России за выделенную партию вакцины, подчеркнул глава Калмыкии Бату Хасиков. Уже более 64 тысяч жителей республики получили прививки. В Калмыкии функционируют 14 стационарных пунктов вакцинации и 15 мобильных бригад на базе районных больниц и городской поликлиники. Глава региона отметил, что вакцинация – единственный способ победить пандемию. Вместе мы выработаем коллективный иммунитет. Но не забывайте о мерах предосторожности. Соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Берегите себя и своих близких, добавил Бату Хасиков.